16 побед и 7 поражений у спартанцев. Ну, здорово, кстати, разворачивается там Судоша со спинмува. Ну и забивает первые очки в матч. 2 очка забили Обнинск. Судоша, 5, Судоша, ничего себе. Еще очки забивает Михаил. Так, кто у нас по 19 играет? Давайте посмотрим. Надо до плей-офф еще там побороться в сеточке. Ну а тут пока Риф, М2 на Трипа. Плюс 20. Вот Красильникова, и как он на тренировочке учили. Не попадает, зато там Хафизов дорабатывает за ним. У него уже 5 очков. Один. Кутуков против Красильникова. Со степбэка трешка. Бам! Туда от Кутукова. Неплохо. Шипилова. Один в один против Кутукова. Здорово сместил. И со средней пробивает. Кстати, второй матч проводится. Ну, как? Ну, в первом. 11 очков, один подбор, одна передача. Кусинов, кстати, еще вышел. С трешечки заходит там. Проветривает. Персонально. Сбивает первый Судоша. У него сегодня 5 очков, один подбор. Но может сейчас Шам. У него сегодня 5 очков, один подбор. Но может сейчас шестой еще забить. Разницу подсократить немного. И шестой очков забивает. Судоша лучше, чем Шакил под кольцом. Ну, понятно, понятно. Джаз. Забивает, тем не менее, Хафизов трешку. Этого парня вторая подряд залетает. Афиза. Очки от Рената. Тот залетает, уже 9 очков. Ладенков. Дальше Кусинова загружает. Конечно, не залетел. Все-таки можно ассистик записать на Оленца. Шипилов. Шипилов со спинмува. Шипилов. А, кстати, первые очки для него матч. И со среднего уже пробивает. Косрев. Тоже не точно. Туков. Красиво. Дриблинг Кайри Ирвинга включает. Ну и сам под кольцо и пошел разбираться. Кусинов, остановите. Остановите Ренату срочно. Ну это... Коче. Ой, это у нас Федотов уже. Здорово. Неплохо на ногах там. Пошел, ну и разница до 1. Ну тут Рип здорово открылся под мяч. Забивай 2. Кусинов 3. Ренат 11. Ну, кстати, спартанцы-то зачастую успевают возвращаться. Вот, если так обыгрывать, Кутуков забивает. 7 очков у него сегодня, 4 подбора, 2 очки сгоняет, Рип. Здорово. 2 очка от Кострева. Василискин, надо забивать. Надо забивать Василискин. Да, нет. Кусинов 3. Ой-ой-ой. Я не знаю, не могу никаких слов больше, потому что... Дальше под проход Рип пошел, и N2 на Трипа. Плюс 10. Чайка против Рипа. Шикарный был проходик от Павла. Ну и после чего. На 35 на 36. Коче. Трешку зарядил. Забивает Максим. И
открывает лестницу в итоге. Так и остается. Ой-ой-ой, Рип потихонечку включается в игру. У него 11 очков. 6 подборов. Горошка со средней. 2-2. Кочев находит Василискина. Красильникова, точнее. Вызывает Красильников уже. Отвечает. У него сегодня... Последняя атака будет разыгрывать спартанцы. Чайка накрутил там двоих. Здорово. И скидку отдал. Владенко. Рип. Дальше. Здорово. Надо забивать и забивает. Стоп. Ярослав. Обратно на Кочева. Здорово. Обыгрывает Кочев. И с флоутером уже атаку завершает Максим. Два очка в корзине. Плюс 13. Трешка забивает Косарева. Косарева забивает, тем не менее, разница в 7 очков. 8 очков у Косарева. 2. Ой, Рип как поднял двоих еще. О-хо-хо-хо, Рип. Что за красоту сейчас исполняет Владислав? И до 5. Там на подборе. Забирается владение уже Чайка. Надо забивать. Сейчас флоутером забивать. Чайка. Плюс 7. Получилось. Ну и тут Кафизов в быстром отрыве. Отлично. За собой там устроили. Шипилова. Ну, жесть под кольца. Забивает 13. 14 очков у него. 5 под... Шипилов. Забивает Чайка. Здорово. Плюс 11. Отвечает флоутером, уже не точно. Кочев. Отлично с ним. Уже на Шипилова. Шипилов! Забивает два очка Рип. Кафизов. Трешка от него. Кафизов. Следует прям. Дальше Шипилов. Отличное взаимодействие. Кафизов вторая подряд. Забивает Кафизов. Находит Шипилова. Шипилов со средней. Там засосал мяч Шипилов. 6 очков, 10 подборов. У него был дабла, но у него там 3 ассиста, если не ошибаюсь, еще. И треха от... Ой-ой-ой, хорошая треха залетает от Косарева. Дальше находит Чайку. Здорово. Ой, как красиво-то разыграли. Хусинов сегодня разматывает. Надо брать в сборную. Хотя 16 очков, 3 подбора. Калиновский. Дальше треха от Горошку. Залетает. Здорово, обыгрывает там Рип, ну и забивает 2 очка по конца, Владислав. 17 очков у Влада. Отличный прокол. Забивает Снопка. Чайка. Павел, отличная передача. Шикарная скидка от Чайки на Красильникова. А так продолжится. Кутуков. Кутуков. Трешка от него. 8 очков разница. Заряжен. Боров 3 ассиста. Чайка тут же быстро атаку. На вот дыры есть в Обнинском защите. Дыры есть. 600. Мы вообще на 700 договаривались. Вообще на 700 договаривались. Кафизов. Забивает 2 очка Кафизов. Ну и 24 очка у него сегодня. 8 подборов. Уже находит Шипилова. Проход. Ой, Шипилов. Волшебник, волшебник Шипилов. И тут на перехвате. Красотка залетела сейчас, трешечка. От Калиновского получается, да? Трешечка от него.
Нет, Федотов все-таки. Да. Всех, кроме Хафизова. Забивает первый, и Хафизов сегодня 25 очков настрелял, 8 подборов и 3 очки. Второй тоже забивает, а тут же замена, и Чайков. Здорово, там Чайков обыгрывает, и N2 на Трипа. Вот так, чтобы ты видел поле, и вопросов не будет. Ты хочешь потерять или хочешь, чтобы я что-то думал? Я хочу, чтобы ты меня видел, я там стоял 10 секунд. Я понял. Забивает два очка из-под кольца. Косарев и уже Усинов лопушечку заправляет и попадает. Друзья!